Створи свой проект. У суботу, 22 лютого, у Гомелі пройде перший хакатон для подлетков. Организаторы бизнес-академия «Тінгуру» и «Гомельский технопарк». На его базе и сустренутся удельники интенсиву. Заявлено 10 команд, у кожной 5 человек. Это школьники во взросле от 14 до 17 годов. По умовах споборництва у них будет 8 годин на створение властного проекта. Они будут работать совместно с ментором, со своим, то есть куратором группы. И вот потом, по прошествии вот этого времени разработки, они должны будут презентовать свой проект уже готовый, то есть с названием, с логотипом, перед членами жюри, и на основании этого уже будет выбран победитель. Мы не ограничиваем участников, возможно, они даже что-то создадут другое, например, там начнут разрабатывать сайт, либо какое-то приложение. Акрамя призов, команда пераможца хакатона отрымая махчимость представить в область у финальном республиканском интенсиве у Минску.